25 сентября в Голубом зале главного здания Казанского федерального университета прошло заседание экспертного совета Республики Татарстан. Темой встречи стали общественно-политические и этноконфессиональные вопросы. Эксперты обсудили темы, которые накануне озвучил в своем обращении президент Татарстана Рустам Миниханов. К слову, из-за ограничений, связанных с пандемией, в Голубом зале собрались только часть экспертов. Своим посланием президент определяет политику республики, экономическую, социальную, так сказать, информационную, идеологическую на целый год. И поэтому, конечно, это очень важный вопрос. И вот члены экспертного совета решили обсудить, чтобы вынести какие-то там, может быть, рекомендации для того, чтобы потом этими рекомендациями могли воспользоваться наши ведомства, министерства и различные организации и учреждения, которые работают в этом направлении. Самыми важными вопросами стали влияние пандемии на республику, вопросы в поддержку малого и среднего бизнеса, повышение качества образования, а также вопросы, связанные с религией. Также был затронут вопрос касательно культурных языков республики. Как сообщила декан Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Резида Мухаммедшина, в университете сейчас подготавливают преподавателей и учителей, которые будут вести уроки на трех языках – русском, иностранном и татарском. Сегодня в школах изучается русский, татарский, иностранный язык в тесной взаимосвязи. И Казанский федеральный университет готовит сегодня новое поколение учителей, которые способны вести предмет на трех языках. Лев Диденко, Вита Басова, Универ Ньюс.